Всем доброго утра, суббота. Вот я на двор с Глувном и поеду в горы. В горы я еду без Паши, а с одной девочкой из школы. Вообще это организовывается группа людей, знающих, куда нам нужно идти, там лазать по скалам и прогулка в горах. Но, скорее всего, я лазать по скалам не буду, но по горам с удовольствием похожу. Точно не помню, до какого места мы едем на поезде, потом идем пешком. Но дальше видео будут, я все дальше расскажу. В общем, всем хорошей субботы, а мне побольше интересных приключений. Пока-пока, до следующего видео. Так, вот мы уже на месте, вот это наша станция. И дальше мы идем в горы. В общем, буду дальше снимать. Группа уже вон пошла. С нами три поляка, которые инструкторы по скалолазанию. У них есть карта, и это меня очень порадовало. Потому что изначально на станции все было очень неорганизовано. Но теперь как бы я спокойна, то что у них есть карта, они местность хорошо знают. И они нас ведут. В общем, идем дальше. Буду снимать видео. Скорее всего, где там будут красоты, больше видно. Но, в принципе, здесь уже видно. Красиво, горы, осень, красочная. В общем, до следующих видео. Так, идем мы через какую-то деревню маленькую. Вот Катя. Учится со мной в одном классе в школе. Одноклассница. Поехали мы в горы. В общем, красотища просто нереальная. А вот наши гиды-поляки. Очень красиво. Очень красиво. В общем, ладненько, до следующих видео. Просто решила снять, как мы идем через вёску. Я борюсь со своими страхами. Здесь вот такая лестница, довольно-таки крутая, большую часть. Я уже прошла, старалась не смотреть вниз. Это очень страшно для меня. Вот там вот наша группа. Красотища. Сейчас я еще подымусь выше, будет панорама. Надеюсь, там не очень ветрено. Здесь вот вообще не ветрено. Красота неописуемая. Очень, очень впечатляющая. И осенью такое все красивое. Вот так вот. Так, сейчас я еще подымусь наверх и там сниму видео. Конечно, очень сильный ветер. Так, но я сниму видео. Панораму, как здесь. Очень высоко и очень красиво. Ветер, конечно, очень холодный, очень сильный. И Катя сидит, созерцает пейзажи. Вот так вот. В общем, до следующих видео на обратном пути, наверное, еще сниму. Так, вот мы уже с вершины спустились вниз, и мы отбились с Катей от группы. И решили пойти сами по себе. Вон Катя. Очень мне нравится здесь, я как бы в предыдущих видео не говорила, вот все туристы, которые вот ходят этими шляхами, отмеченными на деревьях, вот там впереди видно пометки, все друг с другом здороваются, это так приятно, ну, как будто бы мы все между собой на самом деле знакомы заочно, и все говорят «день добрый» или «честь», вот, кстати, отметка. Пути, мы идем по красному пути. Хотим с Катей сходить в сохранистка, согреться, потому что, ну, не то чтобы слишком холодно, но ветер холодный. И так как мы по скалам не лазали, а просто ходили так, гуляли вокруг скалы и на скалу залазили. Ну, в общем, скалолазанием мы не занимаемся, подмерзли. И как бы скучновато стало, решили отбиться от группы, сфотографировали карту. И вот идем до сохранистка. Я думаю, я еще там видео сниму. Я просто восхищаюсь этой красотой леса. Деревца к деревцу. Так красиво вообще, очень.
Я в восторге. И осень такая красочная. Лес осенью по-особенному красивый. Ладно, буду догонять Катю, идем к сранистку, согреемся, еще сниму видео. Так, вот это сранистка, но я снимаю уже так издали. Мы покушали, согрелись и будем сейчас двигаться немножко другой дорогой обратно. А вот Катя, мы идем, потом свернем на другую тропу и пойдем в город, и потом уже поедем на поезде. Я думаю, я сейчас с города сниму одно видео. Ну, в общем, вот отличная сохранистка. Забыла, как называется. Но, в общем, недалеко от скал Соколик, от горы. Вот, в общем, давайте до следующего видео. Все, спустились мы уже в этот городочек. Идем на станцию нашу. Будем ждать поезд. В общем, так, сниму немножко панораму. Вот мы вышли из этого леса, спустились с горы, вот здесь вот этот маленький городок. Вон Катя счастливая. Без комментариев, Катя счастливая, довольная поездкой. И я очень довольна, здорово находились. Будем крепко спать сегодня. И будем ждать следующих наших путешествий. Все, до следующих видео. Огромный привет!